Звенит первый звонок нового учебного года. Сегодня во всех школах города прошли торжественные линейки. За парты сели почти 11 тысяч учащихся. Самым волнительным праздник стал для первоклассников. Их в этом году почти 1200. Как отметили День знаний, в 8-й школе знает Елена Петрова. Позабыли мы про мячик и про игры во дворе. Обещаем, что рассмотрим все картинки в букваре. Новоиспеченные ученики читают стихи с особым усердием. На них смотрит вся школа, волнуются родители, спешат поздравить гости, первые лица города. От администрации округа напутствовал первоклассников первый заместитель главы округа Муром по вопросам ЖКХ Игорь Федорин. В этот день 17 общеобразовательных школ откроют для 11 тысяч учащихся свои двери. Из них 600 учеников старших классов и 1100 первоклассников начнут свой учебный год. В этот день хочу пожелать вам, в первую очередь первоклассникам, чтобы 8-я школа стала для вас вторым родным домом. В 39 классах будут заниматься более 1000 ребят. 8-я школа встречает новый учебный год с хорошим финансовым подспорьем. В этом году мы гордимся тем, что наша школа вошла в число 5 лучших школ области и получила грант губернатора. На эти средства мы обязательно приобретем новый лингофонный кабинет для того, чтобы наши дети могли обучаться английскому языку и получать новые знания. Волнительный момент. Первый звонок возвестил о начале не просто учебного года, а насыщенной событиями школьной жизни. В небо поднялись десятки разноцветных шаров. Первоклассников встречают будущие выпускники, тем самым передавая эстафету знаний. В этом году в 8-й школе открыты гимназические классы. 2 первых и 2 пятых. Конечно, в этом году достижением нашей школы является то, что пороги школы переступают 4 гимназических класса. Это класс технический и класс гуманитарной направленности, 1 и 5 классы. В этих классах во внеурочной деятельности будут введены новые курсы, такие как риторика, нанотехнологии, естествознание, робототехника. То есть мы двигаемся вперед. Для чего? Для того, чтобы ребенок имел возможность развивать свои разносторонние способности. Разноцветные тетрадки, дневничок, карандаши. Сегодня порог 8-й школы переступили 115 первоклассников. Для каждого из них прошел первый урок знаний, в котором большое внимание было уделено теме родного Мурома. Елена Петрова, Александр Барсуков, новости Муром.